Доброе утро, Ира, доброе утро, Володя, доброе утро все. Здравствуйте. Но дело в том, что код сегодня просто совершенно необходим. Это вот не какая-то там дань той части нашей аудитории, которая любит хвостатых. А дело в том, что у нас начинается цикл сказки дядюшки Шре. Так несколько фамильярно мы обозвали выдающегося австрийского физика Эрвина Шрёдингера, который большинству людей, не связанных с физикой, известен в связи с таким парадоксом, мыслительным экспериментом, который он предложил в одной из своих статей в 1935 году, и которая, значит, породила такое никогда в реальности не существовавшее животное, как кот Шрёдингера. Значит, вот как, собственно говоря, он сам это описал. Речь шла о сложнейших физических проблемах, которых я не то что изложить, я сам даже понять не могу. Ну вот, можно от них оторваться и насладиться описанием вот этого умственного эксперимента. Посадим кошку в стальной сейф вместе с адской машиной. Матвей не хочет этого слышать, я его понимаю. Защищенный. А вы знаете, от Алексей, да. Алексей Валерьевич, простите, а вы знаете, что у наших слушателей как четко отгадали, что это Матвей? Ну, потому что на самом деле такие уши среди трех моих котов есть только у Матвея. Что тут отгадывать-то? Мы же его показали. Я понимаю, мы поместили бы его в стальной сейф вместе с адской машиной, как предлагал Шрёдингер, и сказали бы, угадайте, кто там в сейфе. А мы показали Матвея, мы честно работаем, да, мы открытая журналистика. Счетчик Гейгера положена крупинка радиоактивного вещества, столь малая, что за час может распасться один из атомов, но с такой же вероятностью может не распасться ни один. Если атом распадется, счетчик через реле приведет действие молоточек, который разобьет колбу с синильной кислотой. Кошмар, да? Предоставив эту систему самой себе в течение часа, мы скажем, что кошка еще жива, если за это время не распался ни один атом. Первый же распад привел бы к отравлению кошки. Пси-функция всей системы выразила бы это тем, что живая и мертвая кошка, с позволения сказать, смешаны или размазаны в одинаковых пропорциях. Но это противоречит здравому смыслу, догадался Шрёдингер, потому что на самом деле кот либо мертв, либо жив. Он не может быть в этих двух состояниях смешан в равных пропорциях. Вот. И сказки наши будут посвящены ситуациям, когда либо но самое главное, неизвестно как, потому что ситуация по ряду причин находится как бы внутри сейфа. И что там в сейфе, мы можем только догадываться, исходя из каких-то, значит, внешних соображений. И сегодня тема нашего включения – пассажир Шрёдингера. Но те люди, которые думают, что мы буквально взяли ситуацию, и пассажир то ли жив, то ли мертв, и это неизвестно. На самом деле пассажир совершенно точно мертв, в этом нет ни малейших сомнений. А вот что относится к этой шрёдингеровской неопределенности? Авиакатастрофа, потому что говорить мы будем об авиакатастрофах, а не об автомобильных, железнодорожных или каких-то иных авариях. Авиакатастрофа произошла в результате, так сказать, естественных причин, там, отказа техники, ошибки пилотов, там, неблагоприятных погодных условий, еще каких-то причин. Либо это был результат чьей-то воли. Рискну предположить, что поскольку речь идет об устранении, да, то злой воли. Вот таких вот пассажиров Шрёдингера в мировой истории набралось уже очень много. При том, что история авиации, в общем, достаточно непродолжительна. Да? Век, ну, примерно с четвертью, если брать самые-самые ранние, значит, взлеты. Коротенькие. Так вот, вы знаете, интересно, что я, значит, когда искал ответ на вопрос, кто из известных политиков первый оказался жертвой авиационной катастрофы, я наткнулся на один очень интересный список. Я не представлял себе, сколь много вот таких вот пассажиров Шрёдингера среди политиков высочайшего уровня. Значит, вот если посмотреть на людей, занимавших на момент гибели пост главы государства, как бы он ни назывался, там премьер ли министр или это президент,
Но только действующих глав государства в авиационных катастрофах погибло 15 человек. Ух ты! Да, причем это со всего мира, ну, за исключением Австралии, да, тут есть и впечатляющая подборка президентов латиноамериканских и африканских лидеров. И сегодня я буду приводить среди примеров там лидера влиятельной азиатской державы. Но и европейцы тоже гибли, например, на Балканах. Там самолеты обычно в горы врезаются, там так принято. Так вот, если говорить о том, кто первый из политиков, это на самом деле гораздо меньше века этот промежуток, потому что первые десятилетия своего существования авиация была уделом отчаянно смелых людей, летчиков, испытателей, ну и всякий, кто видел хоть одну фотографию вот этих самых самолетов «Зари авиации», этих конструкций из рейчек, значит, пропитанной ткани, там с небольшими вкраплениями металлических деталей, представляет себе, насколько каждый полет вообще был близок к подвигу. Но со временем самолеты совершенствовались, мастерство пилотов совершенствовалось, они доказали свои способности не только взлетать, но и садиться, и потихонечку политики начали ими пользоваться. И вот, судя по всему, первым политиком такого вот, что называется, мирового уровня, который погиб в авиакатастрофе, был человек, возглавлявший на тот момент польское правительство в изгнании. Это 43-й год, это Вторая мировая война, и вот Владислав Сикорский погибает через несколько буквально мгновений после взлета с авиабазы в британском Гибралтаре, самолет падает в море. Погибают все находящиеся на борту, за исключением пилота. О нем сейчас будет отдельный разговор, с ним там интересная история. Значит, сразу же возникает предположение, что гибель Сикорского не просто так. Это не просто стечение неблагоприятных авиационных обстоятельств. Ну, сразу скажу, в случае гибели политика такого уровня, такие слухи, разумеется, возникают. Конечно. Этого не может просто не быть, да? Но дело в том, что очень часто, ну, действительно, как ни смешно, но бывает так, что политики гибнут вместе с самолетами от причин абсолютно, так сказать, естественных, да? И в этих случаях приходится что-то притягивать, что-то придумывать, а вот если бы, да кабы, да? В случае с Сикорским, совсем незадолго до его гибели происходит ряд событий, которые, в общем, позволяют версию выстроить без малейших, что называется, кажущихся противоречий. Дело в том, что буквально за несколько недель до вот этой вот авиакатастрофы Сикорский, правительство Сикорского и правительство Советского Союза не в первый уже раз в своей истории разорвали дипломатические отношения. Дипломатические отношения, которые установлены были в июле 41 года, до этого Советский Союз, польское правительство в изгнании не признавало. И вообще, если вы помните, мы в наших же разворотах цитировали Вячеслава Михайловича Молотова, да, Польша, как известно, это уродливое детище Версальского договора. Так вот, когда выяснилось, что наш недавний союзник оказался, как пел Александр Аркадьевич Галич, по другому поводу оказался наш отец не отцом, а сокою, да, помните? Вот, значит, то с правительством в изгнании, как и с другими правительствами в изгнании, были заключены соответствующие соглашения, и советский посол в Лондоне Иван Михайлович Майский, соответственно, все это по поручению советского правительства зафиксировал. А теперь эти отношения разорвались. Что случилось? Ну вот вся та же проклятая Катынь, или как в Смоленске с польским ударением ее называют Катынь. Дело в том, что Сикорский, как и другие деятели его правительства, как-то с самого начала почему-то не сомневался, что это дело рук не фашистов, как утверждали в СССР, вплоть до второй половины 80-х годов, а что это дело рук НКВД. И Сикорский, в принципе, он настаивал на
объективном расследовании. Хотя понятно, что немедленно это сделать было достаточно сложно. Но Сикорский как бы вот этот вопрос поставил. Он не был сторонником немедленного разрыва, и отношения-то разорвала советская сторона на самом деле. Но вот такой конфликт у него случился. И, естественно, когда вскоре после этого он погиб, сразу возникла версия, что это вот, дескать, советская агентура, вот это месть Сталина. Каким образом, да, где Сталин, где Гибралтар через разделенную войной Европу? Но дело в том, что это еще то время, когда Советский Союз пользуется почти безграничной, почти безоговорочной поддержкой коммунистических и приравненных к ним партий на Западе. И с этой точки зрения никто не говорит, что там лично Сталин откручивал гайки у самолета, да, достаточно было и во франкистской Испании, и на британской базе в Гибралтаре достаточно было предположительно людей, через которых это можно было сделать. Что интересно с пилотом? Пилот потом, кстати говоря, было расследование, пилот, в общем, никаких конспирологических версий не выдвигал, он честно сказал, что практически сразу после взлета у меня заклинило штурвал, да, то есть отказало управление самолетом. Другое дело, что почему заклинило, да, что значит заклинило штурвал, это вот недосмотр, износ металла, или это специально кто-то? Или, да, все-таки чья-то злая воля. Но вот интересно, вот что. Этот пилот, видимо, очень лихой человек, был знаменит тем, что никогда не надевал на себя спасательный жилет. А вот перед этим... А в этот раз, ровно в этот раз, взял и надел. Это настолько всех удивил, что на это сразу обратили внимание. Вот когда его потом будут спрашивать, что это ты, братец, впервые в жизни надел спасательный жилет, он ничего внятного ответить не сумел. Этот жилет, кстати говоря, спас ему жизнь. Потому что самолет упал в море, и вероятность того, что он тоже разделил бы участь пассажиров и других членов экипажа, если на нем не было этого жилета, она весьма высока. Он вот пожимал плечами, что-то изображал лицом неопределенное. Ну, знаете, прежде чем обвинять несчастного пилота в том, что он сам этот, значит, штурвал и испортил... Ну, может быть, был в сговоре? Ну да, ну я, естественно, я имею в виду, что, понятно, портил какой-нибудь механик, да, если портил, а он там предположительно мог об этом знать. Но я хочу сказать, что вот множество есть примеров того, что у людей таких профессий, смертельно опасных профессий, есть какое-то чутье, вот абсолютно, так сказать, находящееся за рамками, что называется, здравого смысла, да, сверхъестественное чутье. И я вполне допускаю, что в данном случае ему вот это чутье просто-напросто сказало, знаешь что, надень-ка ты курточку-то, хуже не будет. Вот. Следующий пример. Январь 45-го года. Война уже потихонечку идет к концу, конец, это, что называется, просматривается, и далеко от театра военных действий в Мексике. Вскоре после взлета, буквально там через несколько сот метров после того, как самолет начал рулежку, на взлете падает и после этого взрывается самолет, в котором находился советский посол в Мексике, уже к этому времени назначенный по совместительству послом в Коста-Рике, Константин Уманский. С ним погибла его супруга, так сказать, там находились еще лица, некоторые официальные. Уманский как раз летел из Мексики в Коста-Рику, где он до этого еще не был, что называется, принимать свое второе хозяйство. Сразу возникают разговоры, и, кстати говоря, эта версия о том, что он был устранен и устранен советской стороной, нашла свое выражение в довольно лихом и, на мой взгляд, довольно интересном сериале «Волк», который был снят по роману Терехова «Каменный мост», где, собственно, прямо показано, как приехали специально обученные гориллы, все, что нужно, подстроили, потом, так сказать, отчитались и начали вертеть дырки под ордена за эту операцию. Ну, а на чем это все основывается?
основывается? Это основывается на том, что в то время действительно Советский Союз достаточно широко применял террористические методы. Вспомним хотя бы ситуацию с тем же Троцким в той же самой Мексике 5 годами ранее, да, так сказать, руки, что называется, помнят. А кроме того, действительно с Уманским много, ну, несколько, скажем так, линий, которые, в принципе, даже без буйной конспирологической фантазии легко развертываются в вот такого рода конструкцию, когда есть возможность предположить, что человека захотели устранить. Ну, в романе «Каменный мост» там все вообще идет через нашумевшую уже в постперестроечные годы историю, в Советском Союзе, разумеется, она замалчивалась, о трагической гибели дочери Читы Уманских, девушки, молодой школьницы, красавицы, которую застрелил ее одноклассник, застрелился сам тут же после этого, покончил с собой, сын наркома авиационной промышленности Владимир Шахурин это сделал. Наиболее распространенная версия того, что произошло, убийство и самоубийство от любви. Она должна была вместе с родителями улетать в Мексику, он всячески звал ее остаться, она отказывалась, ну и вот такой вот порыв страсти. Но дело в том, что когда будет произведено расследование, выяснят, откуда у него взялся этот пистолет, выяснилось, что одноклассник Микоян, известная фамилия, дал отцовский пистолет, то дальше всплыла некая организация, состоявшая исключительно из детей высокопоставленных родителей, учившихся в одной и той же 175-й суперэлитной на тот момент московской школе, где учился Вася Сталин и другие, так сказать, замечательные люди своего времени. И вот эта организация якобы называлась «Четвертый рейх». И якобы они там себя называли всякими, так сказать, титулами, принятыми в фашистском государстве. Вот такая вот экстремистская молодежная организация, то ли игра в еще не снятые и даже не написанные 17 мгновений весны, то ли что-то более серьезное. И вот якобы Уманскому каким-то образом там это все переплетается. На самом деле понятно, что с вот этими подростками никак это не связано. Гибель дочери Константин Уманский чрезвычайно переживал. Но дело в том, что к его работе в качестве дипломата, а он до этого был послом Советского Союза в США, Великую Отечественную в этом качестве встретил, вроде бы были серьезные претензии. И вот якобы Сталин в свойственной ему легкой манере решил, что нет человека, нет проблемы. Мне кажется, что эта версия довольно сильно притянута за уши. Вот, а еще плюс... Есть же более простые способы, мне кажется, расправиться и решить вопрос. Вы знаете, это почти всегда довольно сильный аргумент, что вот зачем так сложно. Хотя бывают ситуации, когда вот, ну явно совершенно это теракт. Я обещал азиатского лидера, например, в 88 году погибает в авиакатастрофе президент Пакистана Зия-уль-Хак, и при исследовании обломков самолета находят следы взрывчатки. То есть тут явно совершенно действительно самолет был взорван, а вот уж кто, вот тут очень, так сказать, широкий спектр всяких возможностей, и внутрипакистанские разборки, там есть основания для этих предположений, и советская месть. Дело в том, что Зия-уль-Хак, Пакистан, 88-й год, да, очень, или даже 86-й год, извините, могу, но война в Афганистане еще идет, и, собственно говоря, Пакистан открыто поддерживает афганских маджахедов, через Пакистан помощь им оказывают Соединенные Штаты, поэтому, да, и, кстати говоря, далеко не все в пакистанском руководстве этой позиции страны довольны, поэтому тут, в общем, ну, не будет уж совсем безумием предположить, что либо действительно советское влияние, либо советское влияние на какую-то часть пакистанской оппозиции, но их руками, соответственно, ну вот что гибель Зия-уль-Хака – результат террористического акта, в этом почти нет никаких сомнений. Ну и одна из самых громких и одна из наиболее тщательно расследованных и при этом все равно оставивших загадки гибелей – это гибель ни много ни мало генерального секретаря ООН в авиакатастрофе в небе над Африкой. Был такой второй генсек ООН – Даг Хаммершельд.
Он сменил в свое время на этом посту норвежца Трюгве Ли, сам он швед. И Хаммершельд сегодня, ну, генсек ООН, это фигура такая, такой, знаете, гуру, который с высот своей должности говорит, там, вот это нехорошо, вот это мы осуждаем. Хаммершельд, ну, другое было время, и другая была ООН, прямо скажем. Хаммершельд чрезвычайно был активен, он постоянно, так сказать, передвигался по миру, он организовывал вот ООНовских контингентов там для разъединения конфликтующих сторон. Дело в том, что ему достались чрезвычайно тревожные 50-е годы, а там чего только не было. Там была Корейская война, в которую американцы вмешались под ООНовским флагом. Там была, значит, так называемая Вторая арабо-израильская война, Суэцкий кризис 56-го года, когда чуть до Третьей мировой там дело не дошло. Эту историю хуже знают, чем Карибский кризис, но, в общем, тоже достаточно известная. И плюс ему выпадает 60-й год, год Африки, когда значительная часть колониально зависимых африканских стран от этой зависимости освобождается, и во многих из них начинается черти что. В частности, в бывшем бельгийском Конго, для тех, кто эту историю хотел бы знать подробнее, я рекомендую посмотреть 31 июля на нашем канале «Дилетант», так сказать, брат-близнец живого гвоздя, в программе «Тираны» Сергей Бунтман и Ахмад, и Айдар, извините, Ахмадеев, рассказывали о Моизе Чомбе, человеке, который, собственно, взорвал ситуацию в бывшем бельгийском Конго, который поднял мятеж в провинции Катанга, объявил об ее отделении от страны, оппонентом его выступил, это имя хорошо людям известно, Патрис Лумумба, тогдашний премьер-министр этой страны. Ну и началась, так сказать, тяжелая затяжная война, которая там с разными перерывами и под разными названиями государство их меняло, будет продолжаться довольно долго. И вот, собственно говоря, Хаммершельд очень серьезно занялся Африкой вообще и Катангским кризисом в частности. И в 61-м году он летал очень много. Там в его биографии был эпизод, когда он за полтора месяца, с декабря 59 по январь 60, за полтора месяца посетил 21 африканскую страну. Представляете себе, да? То есть взлет-посадка, взлет-посадка, взлет-посадка. Ну и, что называется, статистика сработала против него. Вот. И Хаммершельд в очередной раз, четвертый это уже раз был, когда он прибыл в Конго, потому что он исходил из того, что этот самый кризис может быть преодолен, если он встретится с лицом к лицу с Чомбе, и, так сказать, он считал, что это даст возможность начать переговоры. Но вот так получилось, что при заходе на посадку самолет потерпел крушение. Исследовали, он очень это все, так сказать, близко к сердцу, естественно, приняла. Вот, исследовали, вроде бы не нашли никаких оснований говорить о том, что катастрофа как-то рукотворно, значит, вызвана на какое-то время. Основания доверять были им результатам вот этим? Ну, понимаете как, все-таки из тех возможных, реально возможных вариантов расследования, которые существовали, то, что было проведено, было, видимо, по максимуму сделано. Но дело в том, что независимый исследователь, значит, уже в 21 веке предпринял большие усилия, там побывал на месте, встретился с людьми, которые были свидетелями катастрофы. Ну, 40 лет прошло всего-навсего, да, многие еще были живы. И раздобыл некие свидетельства в пользу того, что вроде бы рядом в небе был второй самолет. У восставших был один борт, у Чомбе это известно. И вот, насколько я понимаю, 5 лет назад ООН постановила продолжить исследование вот этого трагического инцидента. Ну и, видимо, я не знаю, ведется работа, не ведется, в каком она состоянии, заявлений по этому поводу пока не делалось. Но возможно, что будет пролит еще какой-то свет вот на это происшедшее.
Ну и у нас уже время подходит к концу. Но, конечно, я не могу не упомянуть о, наверное, самой масштабной катастрофе, связанной именно со смертью политиков. Это гибель президента Польши Леха Качинского на подлете. Опять Катынь фигурирует у нас в вашем рассказе. Катынь фигурирует. Очень трудная судьба у расследования этого дела. Уже написаны по этому поводу километры только печатной, так сказать, продукции. И польская сторона вроде бы сначала соглашалась с тем, что сыграл роль человеческий фактор, теперь, значит, опять не соглашается. Вроде бы какие-то эксперты нашли следы взрывчатого вещества, вроде бы там есть основания обвинять смоленских диспетчеров в том, что они неправильно, что называется, вели самолет в сложных погодных условиях. Я совершенно не готов далеко, даже вот не будучи не только специалистом, но даже разбирающимся дилетантом в авиации, не готов к тому, чтобы, так сказать, освещать вот этот чрезвычайно спорный и по-прежнему очень болезненный, поскольку сравнительно недавний случай, но вот не упомянуть эту ситуацию, когда погибло несколько десятков человек, причем, так сказать... Под сотню, 96. Да, ну, это включая с членами экипажа, да, пассажиров там 80 с чем-то, причем это все были люди достаточно в Польше известные, а то и в мире, как Качинский. Вот, конечно, не упомянуть эту ситуацию было бы нельзя. А вообще, несмотря на то, что вот история пассажирской авиации там насчитывает меньше столетия, надо сказать, что случаев очень много. Сегодня у нас с вами генерал Шрёдингера. Ситуация, когда в случае с полководцем что-то непонятно, да, возникают вопросы. Есть ли он? И такие ситуации были. Или он есть, несомненно, но вот он в данный момент полководец или нет? Он вообще командует нами или нет? Да, такие ситуации, оказывается, тоже были. Но самое интересное, что когда я начал вчера готовиться к сегодняшнему эфиру, я обнаружил, что, оказывается, есть ситуация, которая, ну, абсолютно относится к мысленному эксперименту Шрёдингера. Извините, да, но с такими фамилиями, в общем, да, работать очень трудно. Я вчера описывал суть, так сказать, того эксперимента мысленного, который он предлагал. Да, помните, камера, туда помещается код, крошечка радиоактивного вещества, которое то ли, так сказать, выдаст одну молекулу в час, не молекулу, наверное, глупость, я, конечно, сказал, да, так сказать, распад, ну, в общем, частицу, атом, наверное, черт его знает, у меня с физикой плохо всегда было. Вот, то ли не выдаст, и... соответственно, значит, если это произойдет, там код погибнет, потому что хитрое устройство его убьет. Либо, если это не произойдет, код не погибнет. И вот непонятно, соответственно, что это, да, что это такое будет. Вот. Но, оказывается, была совершенно буквально вот такая вот ситуация с полководцем. Полководцем по имени Повсаний. Про самого полководца я не знал об обстоятельствах его смерти, о которых я сейчас расскажу. Ну-ка. Действительно знаменитый спартанский полководец, который после гибели царя Леонида в знаменитом Фермопильском сражении, о чем даже фильм есть и не один, насколько я знаю, он стал регентом в Спарте, а Спарта – это монархия, в отличие, скажем, от демократических Афин, и стал регентом при сыне покойного царя Леонида. И через несколько лет возглавил общегреческую армию в грандиозном судьбоносном сражении при Платеях. Значит, напомню, что в это время это эпоха греко-персидских войн, и вот, соответственно, один за другим персидские монархи, сначала Дарий, Фермопилы – это Дарий, затем Платеи – это, значит, а Платеи – это не Киржа, да, это... Слушайте, вот совсем, конечно, с головой... Но для повествования это не принципиально.
Это не принципиально, речь о Папсане. Одним словом, он выиграл сражение, которое, по сути, спасло Грецию от завоевания персами. А дальше, как это бывает достаточно регулярно с людьми и с военными тоже, он начинает... Не, конечно, не Кир, конечно, Ксеркс великий. Ну, что я ерунду, так сказать, говорю. Вот, значит, он начинает зазнаваться. Он там приказывает из оружия убитых персов отлить колонну, которую ставят как памятник. Значит, и на этой колонне написано, что победу одержал Павсаний. Там вся Греция сказала, ну вот сейчас обидно было, ну а мы что? При этом не... присутствовали только что ли, да, значит, убрали это все дело. Ну, а, да, начинает очень себя высокомерно вести по отношению к союзникам, армия-то союзная, да, армия-то коалиционная, там запрещает солдатам из других полисов солому для постели собирать, пока спартанцы, значит, себе ложа не устроят, там всячески высокомерно с их вождями общается и прочее, и, в конце концов, его турнули. А дальше возникает подозрение, что он переметнулся на персидскую сторону, что он вступил, значит, в отношения с противником. Ну и в конце концов, сложным путем, там два раза он под судом был, ему удавалось как-то оправдаться по части, по главной части обвинений. Но в конце концов были получены доказательства его предательства. И понимая, что сейчас ему настанет нехорошо, он скрылся в ближайшем храме Афины. Ну, а убить человека в храме нельзя. И выволочь его насильно из храма тоже нельзя. Это святотатство, это покушение на покровительство богов. Ни один порядочный грек себе такого позволить не может. И что же произошло? Была жива еще мать-старушка. А на дворе стояли нравы патриархальные, когда государство было выше семьи. Да, помните, что в Древнем Риме, например, был закон, что если какой-то юноша дезертирует с поля боя, то преимущественное право убить его предоставлялось отцу. То есть папа первый в очереди, а если там папа почему-то, так сказать, не сработал, ну тогда уже, так сказать, присоединяйте все остальные. Так вот, значит, такая вот гречанка, но при этом совершенно римского нрава мама, первая принесла к дверям храма камень. Знаете, зачем? Зачем? Для того, чтобы дверной проход замуровать. Вслед за мамой, конечно, остальные тоже натащили материалу. Двери замуровали, и на несколько суток полководец Павсаний превращается в того самого генерала Шрёдингера, потому что неизвестно, как он там, но еды в храме нет. Был бы храм христианский, он мог бы, наверное, свечки есть, но храм был... языческий. Вот, через несколько дней греки не выдержали, ну, спартанцы конкретно, да, они, конечно, греки, но вот конкретно это были спартанцы. Им стало интересно, как он там, жив или нет. Они... Да что там самое, с молекулами, как говорится. Да, что там с молекулами и атомами. Они, значит, дело демонтировали, вытащили его полумертвого от жажды, и он уже на улице, на свежем воздухе, окончательно испустил дух. Таким образом, так сказать, сняв вот это самое, сняв вопрос, что с ним. Вот согласитесь, что трудно найти более классический случай, когда действительно полководец то ли жив, то ли нет, то ли он есть, то ли его нет, непонятно. Но давайте перенесемся в гораздо более... Вот там видно, да, на заднем плане у меня происходит событие. Вот, надо сказать, что кот Матвей, а это он, разумеется, он уже, по-моему, ни одной вот непролезенной шторы в доме не оставил. Знатный такой вот штороласт. Ну, какие-то акробатические способности он демонстрирует. У него невероятные акробатические способности, а главное, энергии столько на реализацию этих способностей, что я вообще опасаюсь. Скоро я у вас буду этот самый гость Шрёдингера, потому что при наличии у меня в доме такого опасного кота нельзя быть уверенным ни в один момент. Я еще жив или меня уже похоронило под развалинами квартиры, которую развалил кот Матвей. Так вот, давайте, значит, к гораздо более свежим сюжетам, потому что Павсания — это 5 век до нашей эры, обратимся, и гораздо лучше нам известно.
Помните, некоторое время назад, несколько месяцев назад, в нашем эфире, не в нашем с вами эфире, а вообще в средствах массовой информации российских, часто пересказывали вопрос, настойчиво задававшийся одним из ньюсмейкеров, скажем так, где то-то? Да? Его сейчас даже часто пародируют и спрашивают, где этот самый ньюсмейкер? Так вот, самый, наверное, знаменитый в военной истории вопрос «Где?». Хорошо известно, что к концу дня 18 июня 1815 года на территории современной Бельгии в районе города Ватерлоо или в районе деревни Мон-Сен-Жан задавал Наполеон, где Груши? Где его маршал? Да? С какой стати Наполеон, который всегда, и об этом сейчас будет еще один сюжет, очень стремился в любой момент времени контролировать все, что происходит на поле боя, почему Наполеон задается вопросом, где у него маршал? Причем сразу скажу, что Наполеона волнует не столько сам Эммануэль Груши, сколько 33 тысячи человек, которые очень пригодились бы ему в данный момент сражения, вот они вместе с маршалом где-то там находятся. А дело в том, что незадолго до этого сражения, можно сказать, накануне, французы побили пруссаков, побили прусский корпус Блюхера, сам Блюхер был ранен, и Груши было поручено преследование вот этих самых отступающих пруссаков для того, чтобы они не соединились с британцами Веллингтона, которые находились как раз у Ватерлоо. Сам Наполеон отправился бить Веллингтона по своей, так сказать, традиции не давать союзникам соединиться. А Груши отправил, значит, следить за тем, чтобы пруссаки... Вот опять, видите, да, сзади. Вот опять поклевка. Пролетает. Пролетает. Вот я говорю, совершенно пролетающий. Значит, и начинается сражение. Груши там посылает донесение. Он сравнительно неподалеку находится. Там за несколько часов со своим корпусом вполне мог бы прибыть. Груши, кстати говоря, как потом станет известно, он слышал, что при Ватерлоо началось, и некоторые его генералы говорили, пойдемте туда, пойдемте, слушайте, ну мы пруссаков отодвинули достаточно далеко, давайте туда спешить. Но Груши, во-первых, получил приказ продолжать, так сказать, действовать в том же духе. Приказ был отправлен до того, как сражение приняло, в общем, не вполне благоприятный для французов характер. Вот. И в конечном итоге получилось так, что значительная часть прусских войск сумела оторваться и прибыть на помощь к Веллингтону в критический момент сражения, что, в общем, по мнению подавляющего большинства историков, и обеспечило победу британцам и пруссакам и, соответственно, всю дальнейшую историю Наполеона. Вот это вот «где груши, где груши, где груши» привело к тому, что сейчас, по сей день, да, уже 200 с лишним лет, Эммануэля Груши часто называют главной причиной, значит, поражения Наполеона при Ватерлоо, что, в общем, не совсем справедливо. Его, по сути, обвиняют в том, что он слишком... буквально исполнял приказы, вместо того, чтобы проявить гениальную прозорливость и понять, что вот он нужен в другом месте со своими солдатами, что надо спешить туда. Но, кстати, надо сказать, справедливости ради, что в предыдущей истории Наполеона был похожий случай, когда его подчиненный повел себя именно таким образом, проявив гениальную прозорливость. Ровно за 15 лет до описываемых событий. В июне 1800 года, так называемая вторая итальянская кампания Бонапарта, сражение при Маренго, когда Наполеон, неправильно оценив расположение австрийских войск, отделяет тоже достаточно значительную часть своей армии под командованием генерала Дезе в качестве заслона, ставит ее, значит, на предполагаемом пути подхода австрийских резервов, а потом, когда начинается сражение, то Наполеон с ужасом на каком-то этапе понимает, что никаких резервов, перед ним вся австрийская армия. То есть он своими руками часть своих воинов отправил на никому не нужную заслонную службу, а сейчас в результате у австрийцев достаточно значительное численное превосходство. И он практически проигрывает это сражение. Все, уже солдаты французские
французские солдаты уже бегут. Он пытается их останавливать, ничего сделать не может, потому что австрийцы ломят. Но они хорошие были вояки, чтобы там про них не говорили. А? И в этот момент в австрийском тылу блеск штыков, появляется колонна ДЗ. Наполеон садится на барабан, произносит одну из своих легендарных фраз: «Сражение проиграно, но день не закончился, у нас еще есть время выиграть другое сражение». Австрийцы, уже пославшие в Вену гонцов с сообщением о победе, настолько обескуражены, что в конечном итоге к вечеру этого дня Наполеон победитель. Но, правда, у его ног лежит тело убитого генерала Дезе, и он один из последних, так сказать, раз в своей жизни со слезой произносит: «О, сколь прекрасным был бы этот день, если бы я мог к его концу обнять Дезе». Да? Вот. Но второй раз не сработало, да, говорят, что снаряд в одну и ту же воронку два раза не падает. Вот ДЗ проинтуичил, понял по звукам удаленного боя, что происходит, и взял на себя смелость вернуться, да. Понятно, что если бы все пошло не так, и оказалось бы, что он неправильно поступил, его бы ждали крупные неприятности, возможно, даже расстрел на месте. Но он рискнул. А вот Груши не рискнул, и где Груши, где Груши? Вот вам маршал Шрёдингер. Еще один интересный пример такого вот полководца Шрёдингера – это Михаил Илларионович Кутузов 26-го по старому стилю августа 1812 года в знаменитом Бородинском сражении. То есть то, что он там был, в этом сомнений нет никаких. Про Бородино какой только чуши не писали, но что Кутузова там не было, такого я пока не встречал ни разу. Он там был, но… Дело в том, что он, полководец Шрёдингера, скорее не в тот день, а в исторической науке. Потому что на протяжении двух с лишним столетий ведутся осторожные, аккуратные дискуссии о том, насколько Кутузов в этот день командовал русской армией. Ну, дело в том, что есть хорошо известная специалистам и вполне, так сказать, основательно задокументированная фраза Николая Николаевича Раевского, который, вспоминая день Бородина, он командовал одним из корпусов, и, собственно, мы все знаем, да, батарея Раевского, ключевая позиция, которую, отстояв которую русская армия, в общем, спасла себя от разгрома, так что уж Николай Николаевич так немножко понимал в том, что происходило в день Бородина. Вот он прямо написал: в тот день нами никто не командовал. И действительно, если мы посмотрим на то, как развивалось сражение, придется согласиться с тем, что несколько раз, ну, я бы сказал, раз пять примерно в этот день возникали ситуации достаточно для русских критические, когда казалось, вот-вот еще одно усилие, и сдержать французскую армию, великую армию, точнее, она далеко не только французская, сдержать великую армию не получится. Но каждый раз находился генерал, который в этот момент брал на себя решение, не согласовывая его с командующим, потому что промедление смерти подобно, и это решение, по сути, в общем, восстанавливала ситуацию, сохраняла русскую армию в боеспособном состоянии. Как это минимум намекает, Алексей Валерьевич, что это, да, не отсутствующее управление, а такой тип управления. Вы знаете, Максим, это очень популярная версия, очень популярная интерпретация. Более того, она стала для людей, которые вот, ну, не специализируются в войне 12-го года, ну, а просто, так сказать, люди, да, грамотные, образованные, она стала чуть ли не доминирующей, потому что за нее, как мы бы сегодня сказали, активно топил Лев Николаевич Толстой. Ну, а все-таки согласитесь, что большинство людей свое представление о войне 12-го года формирует в первую очередь из «Войны и мира». Дубина народа. Ну, сейчас в данном... Дубина народной войны – это более поздним событием. А вот что Толстой писал по нашему с вами поводу. «Долголетним военным опытом он знал и старческим умом понимал, что руководить сотнями тысяч человек, борющихся со смертью, нельзя одному человеку. И знал, что решают участь сражения не распоряжение главнокомандующего, а та неуловимая сила, называемая духом войска. И он следил за этой силой и руководил ею, насколько это было в его власти».
Слушайте, ну артиллерийского поручика Толстого за такую фразу, произнеси он ее в момент своей службы в армию, так сказать, отправили бы под домашний арест, это самое малое. Как-то главнокомандующий не определяет исход сражения. Как-то его распоряжение ничего не значит, а значит только моральный дух войск. Но это любимая фишка Толстого. Давайте все-таки помнить, что Толстой писал не академический труд по истории, он писал роман. Да. И как романист, как литератор, разумеется, имеет право на свое видение. Вот и видение. Более того, это, как говорится, не факт, что действительно его историческое мнение. В том смысле, что, может быть, ему так надо было для произведения. Да, но вы знаете, вот в его этих самых философских рассуждениях, которые составляют важную часть романа, как раз видно, что это действительно его такое кредо. Он действительно верит в то, что есть некий исторический процесс, и люди, которые наивно или высокомерно думают, что они могут на него повлиять, это жалкие, недалекие люди. Таков Наполеон у Толстого, да? Вот он суетится туда-сюда, вот он чего-то, вот эта фраза самодовольная, тупая, дрожание моей левой икры, есть великий признак, да? У меня даже, так сказать, вот вибрирующие, так сказать, мышцы, и те принадлежат истории. А на самом деле есть вот непреложный, неумолимый ход, процесс, и мудрый дедушка Кутузов это понимает и в это не вмешивается. Но на самом деле, если Толстого отодвинуть на какое-то время в сторону, сегодня, когда стал возможен спокойный, пока еще возможен, спокойный без пафоса разбор событий той войны, боюсь, что скоро опять он станет весьма затруднен, есть некоторые признаки, мы говорим о том, что, конечно, Кутузов в день сражения чрезвычайно пассивен. Что, конечно, если бы не распоряжение Барклая, который добровольно свои корпуса, видя, что на его фланге дело относительно тихо, а у Багратиона на левом, наоборот, черт знает, что происходит, он свои корпуса по своей инициативе посылает туда, сдвигает их налево, и это в конечном итоге запирает дорогу французам. Если бы не решимость Ермолова, который случайно, по сути, проезжая мимо курганной батареи, когда ее в первый раз захватывают французы, тут же не собирает бегущих и не организует контратаку. Рождается легенда, что у него с собой там карманы были набиты орденами, георгиевскими крестами, якобы он их швырял перед собой, и солдаты за ними устремлялись. Ну, это выдумка, конечно, но действительно, Ермолов эту контратаку организует и восстанавливает в критический момент позицию. Если бы не еще несколько, так сказать, действий, тот же самый рейд кавалерии Платова и Уварова, который очень там историки по его поводу спорят, но опять же, инициатива этого рейда опять исходит не от Кутузова. Ему предлагают это, он лишь соглашается. Вот он в этот день либо соглашается, либо в более редких случаях не соглашается. Поле боя Кутузов не видит. Сегодня мы это понимаем точно, зная, где располагалась его ставка между Татаринова и Псарева. Он не видит оттуда поле боя, он руководствуется донесениями адъютантов. В то время как Наполеон, у которого войск столько же, а может быть даже чуть меньше. Вот Наполеон полностью диктует ход сражения, он активен. Удивительно, но, собственно, в чем искусство полководства заключается, особенно при примерно равных силах? В нужный момент времени, в нужном месте создать превосходящую концентрацию сил. Вот Наполеон это демонстрирует на протяжении всего 26 августа. То, что сражение заканчивается, ну, скажем, аккуратно в ничью, в этом заслуга не русского главнокомандующего, и сегодня это признают большинство специалистов. Говорят о выдающейся, невероятной стойкости русских солдат и офицеров, что правда. Говорят о том, что Наполеон тоже был не безупречен, и, ну, собственно, все понятно, каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны, да? Нам легко сегодня говорить, наверное, Наполеон, так сказать, не все знал, что мы знаем, возможно, что-то видел не совсем правильно, но он тоже, в общем, допустил ряд не совсем удачных решений, и, наверное, в том, что сражение закончилось таким образом, его, так сказать, часть есть его вина, так сказать. Да? Но в любом случае,
Кутузов в современной российской историографии, я имею в виду научную историографию, а не шум, хайп и хейт, значит, это вот такой вот главнокомандующий Шрёдингера. Быть-то он был, да, но вот насколько он главнокомандовал, это вопрос, остающийся по сей день чрезвычайно открытым. Ну и целая россыпь полководцев Шрёдингера наблюдается в первые недели и месяцы Отечественной войны уже великой, да, уже 20 века. Вот смотрите, буквально в первые дни войны пропадает на две недели маршал Кулик. Что за маршал такой? Ну, напомню, что маршальское звание, персональное звание маршал Советского Союза было введено в 1935 году. Тогда сразу одним списком бабахнули пятерых маршалов. Бабахнули сначала, в смысле, назначили. Да. Потому некоторых из них потом бабахнули, простите. Отлично, Максим, вы совершенно правильно. Да, значит, учредили звание, тут же пятерых в это звание возвели, а потом за 5 лет часть маршалов, ну, как сказать, испортилась. Да? Действительно, к 40-му году из 5 осталось 2. Маршал Будённый и маршал Ворошилов. Поэтому вполне логично, их число опять за один день было доведено до 5. Маршал Тимошенко на тот момент нарком обороны, маршал Шапошников и маршал Кулик. Маршал Кулик славен тем, что в гражданскую войну, значит, командовал артиллерией первой конной армии, ну а первоконники в это время в большой части. И вот когда начинается, крайне неудачно начинается Великая Отечественная война, то в первый же день, ну, на 2-й, 23 июня, абсолютно непонятно, что там происходит, но крайне неудачно развиваются события на выступе, который образовался в сторону, так сказать, германской границы, да, и там 3 общевойсковые армии находятся. И вот с армиями нет устойчивой связи. 3-я, 4-я и 10-я. Что там с ними? В каком они состоянии? Да? То есть нужно разобраться. И понятно, что из Москвы командовать не получается. Кого послать? У нас есть под рукой целый маршал, незанятый особенно. И вот маршала Григория Ивановича Кулика туда посылают. Он там некоторое время пытается вникать в действительно абсолютный совершенно хаос, там жуть, что творилось, а потом о нем 2 недели ни слуху, ни духу. Его ищут. Причем не только наши, но и немцы. До них тоже через какое-то время дойдет слух, что где-то там, где-то вот в промежутке между, значит, границей и чуть ли не Смоленском, где-то вот маршал целый находится, и вот хорошо бы его найти. Правда, когда он уже выйдет из окружения, немцы еще об этом знать не будут, будет разослано там по немецким частям описание его внешности с, так сказать, приказом в случае обнаружения сильно не бить, а доставить, значит, к вышестоящему начальству. Упустили они свой момент. И вот 2 недели. Ну, обычное дело, в то время в окружении кого только не было. Но вот интересно, что маршал себя ведет, собственно, полководец, оказавшийся в окружении, не перестает от этого быть полководцем, если он продолжает командовать войсками, согласитесь. Ну, да. Есть примеры невероятно мужественного поведения, там, ну, вспомню, например, своего любимого генерала Ефремова, который до последнего командовал весной 42 года частями, оказавшимися в окружении 33-й армии, не по его вине оказавшейся, безусловно, да, и мужественно погиб на боевом посту. Вот. А вот полководец Шрёдингера в этой ситуации, как я понимаю этот не вполне научный термин, это полководец, который вроде как прошение об отставке не писал, но своими действиями показал, что перестал им быть. Вот, собственно говоря, после того, как нашелся, вышел, так сказать, к своим в составе группы пограничников, маршал Кулик, значит, были допрошены некоторые люди, которые с ним были, и вот начальник 3-го отдела 10-й армии, а командующий 10-й армией генерал Голубев тоже выходил с этой же группой пограничников. При нем был полковник или полковой комиссар на политические звания по фамилии Лось. Вот что он в своей докладной прямо тогда сразу же заметил. Непонятно поведение замнаркома обороны маршала Кулика.
Он приказал всем снять знаки различия, выбросить документы, затем переодеться в крестьянскую одежду, и сам переоделся в крестьянскую одежду. Сам он никаких документов с собой не имел. Не знаю, взял ли он их с собой из Москвы. Простите, по-моему, да, по-моему же... троллинг, да? Маршал вылетает в войска, не взяв с собой документы. Отлично. Ну, скорее всего, либо троллинг, либо глупость, ну, потому что как раз он пишет непонятное действие, как раз очень даже понятное. Понятно. Да, нет, вы, ладно, дедушек учить-то все внуки, так сказать, мастера. Полковой комиссар Лось явно был лось-тертый, он понимал, что непонятно, какие акценты в донесении потом окажутся востребованы. Так что он... не то чтобы я возмущался, мне просто непонятно, пишет. Да, может, я дурак. Да, может, я дурак. Это же в некоторых ситуациях это вообще идеальное состояние. Предлагал бросить оружие, а мне лично ордена и документы. Однако, кроме его адъютанта, майора по званию, фамилию забыл, никто документов и оружия не бросил. Мотивировал он это тем, что если попадемся к противнику, он примет нас за крестьян и отпустит. Ну да, противник дурак, конечно, ни одного живого крестьянина в жизни своей не видел, и как бы они там ни обросли и не покрылись грязью, он не поймет, что перед ним гроб кадровых военных. Ну ладно, людей, которые оказались в окружении, не нам судить. Пропадал маршал Буденный. Правда, не так надолго, но пропадал. И в мемуарах Жукова есть совершенно замечательно, как он его искал 6 октября того самого 41-го года. А маршал так на минуточку фронтом командовал. Жуков должен был его сменить. А где его сменить, непонятно. Жуков в штаб фронта приехал. Там сидит начальник штаба, говорит генерал Анисов. А черт его знает. Ну вот вроде там-то, да? Как у Жукова это. Причем я цитирую вот такие очень отредактированные его воспоминания. Проехав до центра Малоярославца, я не встретил ни одной живой души. Город казался покинутым. Около здания райисполкома увидел две легковые машины. «Чьи машины?» – спросил, разбудив шофера. «Маршала Буденного, товарищ генерал армии. Где Семен Михайлович?» «Помещение райисполкома. Давно вы здесь?» «Часа три стоим». Войдя в райисполком, я увидел склонившегося над картой Семена Михайловича Буденного. Вы знаете, я подозреваю, что Жуков в этих строках тоже тролль. Потому что, ну, ситуация абсолютно идиотская, да? В войску тебя нет. Будённый не мог читать карту. Нет, мог Будённый читать карту, но... Слушайте, может быть, мог Будённый читать карту. Когда надо, мог. Но дело в том, что, смотрите, войск у тебя... Ты командующий фронтом. Войск у тебя нет. Где противник, ты не знаешь. Это прямо следует из дальнейшего разговора. Свой штаб ты покинул, и ты 3 часа в пустом городе пялишься в карту. Это что вообще, да? Вот уж полководец Шрёдингера, по-моему, памятник можно ставить этому гипотетическому полководцу, именно Семен Михайлович над картой в Малоярославце. Но по Жукову они разговаривают вполне доброжелательно, обмениваются мнениями, и заканчивается разговор так – «Поезжай в штаб фронта», — сказал я Семену Михайловичу, — «разберись в обстановке, сообщи в ставку о положении дел, а я поеду дальше. Доложи Верховному о нашей встрече и скажи, что я поехал в район Юхнова, а затем в Калугу. Надо выяснить, что там происходит». Когда Жуков публиковал свои мемуары, он, конечно, не мог даже представить себе, что наступит время, когда мемуары начнут публиковать не только генералы и полковники, но и рядовые той войны. И вот шофер Жукова, который с ним проездил практически всю войну, его фамилия Бучин, опубликовал чрезвычайно интересные воспоминания. Он очень за шефа, он такой вот классический шофер, да. Вот как его глазами с его невысоконькой колокольни эта встреча выглядела. А его-то, Буденного, как раз и искал Георгий Константинович. Он быстро скрылся в здании, мы остались ждать. Примерно через полчаса Георгий Константинович вышел, подтянутый, с каким-то пронзительным выражением в глазах. А за ним вывалился обмякший Буденный. Знаменитые усы обвисли, физиономия отекшая. Заискивающим видом он пытался забежать впереди Жукова и что-то лепетал самым подхалимским тоном. Георгий Константинович, не обращая внимания, буквально прыгнул в машину. Тронулись. В зеркало заднего вида запечатлелся замерший Буденный с разинутым ртом, протянутой рукой, которую Жуков не пожал.
Я не хочу сказать, что я больше доверяю мемуарам шофера, чем воспоминаниям и размышлениям Жукова, хотя про Жуковские известно, как их редактировали, как их кромсали, как их дописывали, да. Но шофер тоже может, знаете, в свое зеркало заднего вида, оно у него может на некоторых зеркалах даже прямо написано, что они искажают дистанцию. Но я к тому, что, конечно, ситуация была не такая радужная, но объективно оба эти воспоминания прямо показывают. Командующий резервным фронтом в критической ситуации утратил командование войсками. И я полагаю, что часть, по меньшей мере, часть его личной вины в этом есть. Но что говорить, если в первые дни войны на какое-то время, по меньшей мере на 17 часов, полностью устраняется от руководства критической ситуации самый-самый крупный полководец Шрёдингера в истории. Я ждал, клянусь Максим, вам. Максим, ну, ваше историческое образование, оно парализует немалую часть моих усилий. Как это у того же Толстого? И взмах руки падал волшебно бессильно. Это я про свой взмах. Вот. Известно, что Сталин очень тяжело перенес известие о начале войны. Однако сегодня, когда опубликован журнал посещений кабинета Сталина в Кремле, мы знаем, что первые несколько дней, почти неделю, он достаточно активно работает. Сейчас не будем оценивать качество этой работы, но он встречается ежедневно с десятками людей, с некоторыми несколько раз в день, иногда подолгу, известно о его распоряжениях. И вот в этом журнале два дня, 29 и 30 июня, ничего. Посещений кремлевского кабинета нет. Правда, на часть этого времени, на часть из этих двух суток, мы знаем от нескольких мемуаристов по отдельности, что Сталин приезжал в наркомат обороны, приезжал дважды в тот день, каждый раз очень резко и очень нервно реагировал на сводку. Несколько человек отметили, там, в том числе и Хрущев, Микоян, Берия, а Хрущев цитирует Берию, его рассказы в своих воспоминаниях, да, что Сталин произнес вот эту знаменитую фразу: «Ленин оставил нам пролетарское государство, мы его просрали», да, вот именно после второго посещения наркомата обороны. И дальше он то ли произнеся, то ли не произнеся, у разных мемуаристов по-разному, фразу, что «я отказываюсь, я ухожу, да, я снимаю с себя всякую ответственность», он уезжает на свою кунцевскую дачу, не отвечает на звонки. И к нему туда, помявшись, отправится целый синклит уговаривать его вернуться. Ну, кто-то из современных биографов, по-моему, Сибак Монтефиори, значит, вообще считает, что Сталин в данном случае повторяет Ивана Грозного, его знаменитый отъезд в Александровскую слободу. То есть это вот такой жест, который должен всем показать, что вы без меня пропадете, да, и поэтому мне нужно... Я не помню, у кого, чуть ли не даже там у Молотова, но якобы Сталин действительно был, когда они приехали, он был испуган, он боялся, что его приехали арестовывать. Это мелькает у некоторых, я не уверен, что у Молотова, не в его беседах с Феликсом Чуевым, но, кстати говоря, у Хрущева, но опять же он, по-моему, ссылается в данном случае на Берия, значит, ну, он не мог присутствовать при этом разговоре, понятно, сам Хрущев его не было в это время. Значит, вот таким вот образом, что Сталин действительно, ну, правда, это интерпретация взгляда, позы. Да. Но вот когда Молотов заговорил, Иосиф Виссарионович, Сталин как бы распрямил, что называется, плечи, они там приняли целый ряд кадровых и прочих решений, и Сталин опять заработал в привычном сталинском режиме. Но вот эти 17 часов, да, он Сталин Шрёдингер. Ну и, конечно, говоря о Шрёдингере, с буквального начали, давайте буквально мы закончим. Здесь тоже нельзя не вспомнить, мы этого, Максим, вы, наверное, тоже ждали. Последние дни жизни Сталина, когда 1 марта он с какого-то момента лежит парализованный, но живой, а охрана боится войти, потому что не положено входить без команды, только когда прибудет пакет из ЦК, и это формально повод, громким шагом, Сталин не любил, когда тихо крались, да, громким шагом, гремя, охранник
ходит с этим пакетом, товарищ Сталин пакет из ЦК обмирает в виде того лежащего, значит, на ковре. Вот этот Сталин Шрёдингера, который... И люди, которые читают газеты, понимают из газет и бросаются к знакомым врачам, слушай, объясни, что такое дыхание Чейнстокса? Жив, не жив? Есть ли более, так сказать, красочная иллюстрация вот к этому понятию полководец Шрёдингера? Мы поговорим о помощи Шрёдингера. О тех случаях, когда вроде как была протянута рука, а потом по итогам не очень понятно, чем это в результате оказалось. То ли помощь, то ли что-то наоборот, противоположная помощь. И я хочу начать с эпиграфа, как это иногда бывает в наших с вами утренних включениях. Эпиграфа, который, наверное, большинству по первым фразам покажется неизвестным. Он взят из басни Ивана Андреевича Крылова, из одной из сравнительно ранних его басен. Она написана в 1807 году. Как и многие басни Крылова, как и вообще подавляющее большинство басен всех баснописцев этого периода, сюжет спёрт, спёрт у Лафонтена. Надо сказать, что в то время этого не стеснялись. И на самом... он был вдохновлен сюжетом Лафонтена? Нет, я бы сказал, что там просто вот, ну, откровенная, по нынешним временам совершенно откровенная зависимость. Это ремейк. Диссернет сказал бы, нет, ну, несерьезно, тут даже можно не считать, да, тут понятно, что зашкаливает, да. Но дело в том, что в то время совершенно другое было к этому отношение. По литературе, по мировой литературе бродили одни и те же сюжеты, да, десятки Гамлетов, сотни Дон Жуанов, десятки Фаустов. И это касалось и басен, тоже басни воспринимались как низкий жанр, так что там уж церемониться вообще как бы не пристало. Впрочем, Лафонтен, это тоже исследователи изучили уже к нашему времени хорошо, он этот сюжет тоже, так сказать, цап-царапнул, да, причем не где-нибудь, а в Индии, где этот сюжет существовал даже в двух вариантах, но суть их была одна и та же. О том, как человек и некое животное, в европейских баснях это потом будет медведь, а в Индии это начиналось с обезьянки, заключили контракт о том, что вот они будут друг другу помогать, и животное начинает отгонять от своего нового товарища насекомых и делает это так неуклюже, что его убивает. Да? Так вот, в эпиграфе, который я сейчас приведу, эта басня малоизвестна, она называется «Пустынник и медведь», ее обычно даже при поступлении в театральные вузы не очень-то читают. Но одна фраза из нее, так бывает в литературе, зажила отдельной жизнью, что называется, пошла в народ. И фразу эту вы, конечно, легко опознаете. Это вступление, пролог к басне. Хотя услуга нам при нужде дорога, но за нее не всяк умеет взяться. Не дай бог с дураком связаться. Услужливый дурак опаснее врага. И вот сегодня разберем несколько случаев, когда связанных, как всегда, случаев. Нет, нет, конечно, ну что вы, да господи, ну вот закончишь предыдущий разворот и начнешь смотреть на потолок. Через некоторое время на потолке начинают проступать какие-то одним нам понятные знаки, и мы ими руководствуемся. Вот, вот, ну нужно же Максиму сомнения как-то посеять. Всегда. Нет, наоборот. Разумеется, а также подогреть, подлить, да. Конечно. Вот, не все случаи, которые мы сегодня будем рассматривать, связаны именно с услужливым дураком. В некоторых случаях явно совершенно эта протянутая рука была изначально в отравленной перчатке. С таких мы и начнем. Но будут случаи, когда, конечно, что называется, явно от неума. В «Ревизоре» есть фрагмент, который сегодняшнему читателю, особенно школьнику, конечно, мало понятен. И если его никак учитель не прокомментирует, то останется вообще непонятно. Хлестаков. Да, и в журналы помещаю.
Моих, впрочем, много есть сочинений. «Женитьба Фигаро», «Роберт Дьявол», «Норма», уж и названий даже не помню. А все случаем. Я не хотел писать, но театральная дирекция говорит: «Пожалуйста, братец, напиши что-нибудь». Думаю себе: «Пожалуй, изволь, братец». И тут же в один вечер, кажется, все написал, всех изумил. У меня легкость необыкновенная в мыслях. Все это, что было под именем барона Брамбеуса, «Фрегат надежды», «Московский телеграф», все это я написал. Анна Андреевна: «Скажите, так это вы были Брамбеус?» Хлестаков: «Как же! Я им всем поправляю статьи. Мне Смирдин дает за это 40 тысяч». Во-первых, конечно, не слышали имени барона Брамбеуса. Во-вторых, фамилии Смирдина. А в-третьих, 40 тысяч. Много это, мало, насколько много, если много, да? Дальше идет гораздо более известный и более запоминающийся эпизод про Юрия Милославского, господин Загоскин, сочинение, да, это многие, я думаю, из тех, кто нас сегодня слушает и смотрит, в школьные годы в сценках в школьном театре как раз именно вот эту вот, вот этот вот разговор между Хлестаковым и женой и дочерью Городничева, собственно, играли. Мы ставили полностью «Ревизора». Вы полностью «Ревизора»? Конечно, ставили? Я вот был Бобчинский. А Добчинский был кто же? Неужели нашли второго так? Я был очень такой, знаете, полненький мальчик, и вот другой полненький мальчик был, соответственно, Добчинским, да. Ну, да, но лучшие-то, конечно, строки в этой паре ему достались, да? Просто скажите государю, что есть такой Петр Иванович Добчинский. Прекрасно же. Ну вот, значит, а дело в том, что Гоголь, который на самом деле писал сатиру, конечно, злободневную, и вряд ли представлял, что ее будут изучать через почти 200 лет, да, люди, которые совершенно этих фамилий не знают, он вбросил один из сюжетов, который в тот момент, вот как раз, когда «Ревизор» выходит, он буквально рвал на части то, что потом назовут творческую интеллигенцию. Дело в том, что в середине 30-х годов начинает выходить первый регулярный многотиражный русский литературно-общественно-политический журнал. Ну, политическим его назвать трудно, там политические сюжеты встречались, но достаточно редко. Он был обо всем, и о литературе тоже. Потом это все разобьется, как мы знаем, до целого явления, вот эти российские толстые журналы, каждый со своей репутацией, каждый со своей программой, каждый со своим набором авторов, да, все это, так сказать, будет переживать там определенное возрождение в 20 веке, во времена хрущевской оттепели, даже позже, вот, это все понятно. И вот начинает выходить такой журнал, который называется «Библиотека для чтения». Издает его тот самый Смирдин. И в этом журнале было очень много необычного для тогдашней журналистики и для тогдашних читающей публики. Во-первых, он выходил с точностью часов хорошо отлаженных. Вот каждый месяц первого числа выходил новый номер. Это было абсолютно совершенно удивительно, да, и непривычно. Обычно как? Вот эти литературные журналы, наберется, что называется, материал, да, есть деньги напечатать, выходит. А тут вот прям как часы. Во-вторых, он распространялся по подписке, и тираж его по тем временам за первые два года вырос до совершенно фантастических для того времени 7 тысяч экземпляров, да. А в-третьих, и вот, собственно, именно это порвало публику, имеющую отношение к литературе. Смирдин платил совершенно фантастические гонорары, а главному редактору журнала Сенковскому он назначил фантастическую заработную плату 15 тысяч рублей в год. Тогда столько не получали ни генералы, ни министры. В общем, таких официальных зарплат не было, да? А это официальная зарплата. И все знали, что Сенковскому Смердин платит, значит, вот эти самые невероятные деньги. И вот всем нам прекрасно известный Виссарион Григорьевич Белинский. Человек, к которому я отношусь с большой симпатией, который, я считаю, так сказать, огромную роль сыграл, положительную роль в развитии нашей литературы, но тоже был не лишен ехидства. Еще как?
Вы знаете, но на самом деле в это трудно поверить людям, которые знакомятся с Белинским в школе. Вот по этим тяжеловесным разборам, которые иногда там по объему... Там вообще ничего не поймешь. По объему совершенно превосходят произведения анализируемые, да? Кажется, что он такой вот зануда, совершенно лишенный чего бы то ни было, кроме мелочной придирчивости. А на самом деле Виссарион Григорьевич был человек... И остроумный, и ехидный. Другое дело, что и остроумие, и ехидство тоже было несколько тяжеловесным. Ну, время было другое, другие стандарты и того, и другого существовали. И вот как он в обзоре литературы за 35-й, если я не ошибаюсь, год, вот как он пишет о журнале. «Библиотека для чтения начинает уже третий год своего существования. И что очень важно... Она нисколько не изменяется ни в объеме, ни в достоинстве своих книжек, ни в духе и характере своего направления. Она всегда верна себе, всегда равна себе, всегда согласна с собою, словом идет шагом ровным, поступью твердой, всегда по одной дороге, всегда к одной цели, не обнаруживает ни усталости, ни страха, ни непостоянства». Вот как вы думаете, это он похвалил? Вроде похвалил, да? Ну вот, Ир, я согласен, вот, согласен абсолютно. Да. Тут какая-то засада. Белинский продолжает. Все это чрезвычайно важно для журнала. Все это составляет необходимые условия существования журнала и его постоянного кредита у публики. В то же время это показывает, что библиотеку дирижирует один человек. И человек умный, ловкий, сметливый, деятельный. Качество, составляющее необходимые условия журналиста. Ученость здесь не мешает, но не составляет необходимого условия журналиста, для которого в этом отношении гораздо важнее, гораздо необходимее универсальность образования, хотя бы и поверхностная, многосторонность познаний, хотя бы и верхоглядных. Энциклопедизм, хотя бы и мелкий. Великий, абсолютно. Просто кнут и пряник. Да, да, да. А самое главное, да, вот Сенковскому, вот я представляю себе, прочитав это, Сенковский обтекает, а что скажешь-то, да? Где хоть одно дурное слово? Встретимся в суде. С чем? Да? Что, собственно, такое сказано? Вы знаете, вообще, надо сказать, что вот эти 15 тысяч Сенковского, они, видимо, русским литераторам современным, они просто отбивали все. Иван Андреевич Крылов, уже сегодня упоминавшийся, как-то на каком-то рауте, когда он, как обычно, наевшись, он был обжорой, сидел и дремал в кресле, и услышал, как где-то там рядом с ним молодежь встала в кружок и горячо, значит, заспорил о Сенковском, и кто-то отстаивал, так сказать, тот тезис, что он, в общем, никудышний, ни журналист, ни редактор, человек недалекий, а кто-то горячо говорит, да что вы, он образованный, он умный. Крылов все это слушал, потом один глаз приоткрыл, сказал, вот вы говорите умен, только ум у него дурацкий, да? То есть еще один пример того, как нужно делать комплименты неприятным тебе людям. Продолжим, точнее, закончим, да? Теперь посмотрим, какими средствами умела она поддержать себя во мнении публики. Или лучше сказать, какими средствами умела сделать себя необходимую для публики. И всеми осуждаемая, всеми ненавидимая сделать всех своими подписчиками. Я сказал, что тайна постоянного успеха библиотеки заключается в том, что это журнал есть по преимуществу журнал провинциальный. И в этом отношении невозможно не удивляться той ловкости, тому умению, тому искусству, с какими он приноравливается и подделывается к провинции. Я не говорю уже о постоянном, всегда правильном выходе книжек, одном из главнейших достоинств журнала. Мерзавец, да? Ужасно мне напоминает одну эпиграмму, которую сейчас я, когда закончу этот период, процитирую. Остановлюсь на числе книжек и продолжительности срока их выхода. Я думал прежде, что это должно обратиться во вред к журналу. Теперь вижу в этом тонкий и верный расчет.
Представьте себе семейство степного помещика, семейство, читающее все, что ему попадется, с обложки до обложки. Еще не успело оно дочитаться до последней обложки, еще не успело перечесть, где принимается подписка и оглавление статей, составляющих содержание номера, а уж к нему летит другая книжка, такая же толстая, такая же жирная, такая же болтливая, словоохотливая, говорящая вдруг с одним или несколькими языками. Вот яд, который вначале нужно разыскивать. Да, да, в конце он уже был прям сочится. В конце он просто льется. Да нет, он просто льется. Да, уже подставлять надо ведро, а не пузырек для того, чтобы этот яд собрать. Невозможно не вспомнить анекдот. Старый, но определить время его происхождения, уж тем более автора, насколько я понимаю, невозможно. Анекдот этот тем более широко известен, что Владимир Рудольфович Соловьев, наш с вами, значит, великий коллега, которого сегодня мы еще раз упомянем, конечно же, так сказать, тема такая, что трудно его не упомянуть. Вот он его процитировал на многомиллионную аудиторию в эфире Первого канала, я просто повторюсь, едет Виссарион Григорьевич Белинский на извозчике, извозчик попадается словоохотливый, как это с таксистами бывает, и начинает его расспрашивать, чем Виссарион Григорьевич по жизни занимается. И Белинский говорит: я, братец, литературный критик. Говорит: барин, а что такое литературный критик? Ну как, вот кто-нибудь из господ писателей, значит, напишет что-нибудь, а я вот его книжку прочитаю, обругаю ее. Извозчик отворачивается, и слышно, как он себе в бороду бубнит: ух ты, говна какая, да? Вот. Вот Белинский, можно, конечно, здесь увидеть огорчение Белинского, что вот такую макулатуру, да, на потребу, что журнал ориентируется не на лучших людей, а вот на этого усредненного провинциального степного помещика, которому все равно, что читать. Я не понимаю, что вы имеете против степных жителей. Нет, это не я, это же как? Белинский написал про степного. Белинскому, прости, вообще угодить было довольно сложно. Он почти всю макулатуру считал. Это правда, да. Нет, ну и действительно, и потом же и Некрасов это все отольет в граните, вот не милорда глупого, а Белинского и Гоголя с базара понесет, да? Действительно, они считали, что вот то, что потом мы сегодня назовем массовой культурой, что это не имеет права на существование, что нужно давать только высокие образцы. С этим можно спорить, с этим можно не соглашаться, да? Но время было такое, как в другом анекдоте. Время было такое, сынок, все были евреями, вот. И... А эпиграммы, которые я вспомнил, в гораздо более сжатой форме, но те же качества язвительности и ехидства демонстрирует Александр Сергеевич Пушкин во второй редакции своей знаменитой эпиграммы на Фадея Венедиктовича Булгарина. «Не то беда, Фадей Булгарин, что родом ты не русский барин, что на Парнасе ты цыган, что в свете ты видок фиглярин. Беда, что скушен твой роман». Да, вот ведь знал, как уязвить человека литературно, безусловно, не бездарного. Более того, роман, который, так сказать, осуждается, Иван Выжигин, на самом деле, впрочем, я не уверен, что эпиграмма по Выжигину, но в любом случае Булгарин остался в истории русской литературы автором первого авантюрного романа, весьма перспективный, но не очень реализовавшийся среди родных осин, значит, вот такого вот жанра. Другой, чрезвычайно ехидный при жизни человек, большой мастер полемики, причем полемики такой, где часть ударов наносятся в районе пояса, а некоторые из них попадают даже ниже, это Владимир Ильич Ленин. И вот последнее, что написал, а точнее продиктовал, уже не в состоянии был писать, но еще, видимо, достаточно ясный ум сохранял за год с небольшим до своей смерти. Это письмо к съезду, да, декабрь 22-го, начало января 23-го. Большой достаточно документ, в котором самая знаменитая часть – это небольшой фрагмент, где Ленин под предлогом того, что ему нужно как-то обосновать его предложение увеличить состав ЦК вдвое, с 50 до 100 человек, пишет о том, что вот это могло бы предотвратить раскол в партии, борьбу между вождями, которая сейчас неизбежно начнется. А дальше он дает персональные характеристики шести своим соратникам.
поскольку он диктует понемножку несколько дней подряд, то иногда случаются повторы, а иногда случаются и совсем, так сказать, и интересные такие вещи. Значит, сначала дается характеристика Сталину и Троцкому, отношениям между ними недружелюбным, да? Товарищ Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью. В этой фразе часто видят выдающуюся прозорливость вождя, но, вы знаете, здесь, видимо, ее нет, потому что я не думаю, что Ленин прямо предвидел все, что Сталин наворотит, став уже никем не контролируемым лидером государства. Он пишет о том, что он видит, да, что Сталин груб, это дальше он распишет, что, так сказать, у него там сложно устанавливаются отношения с товарищами, что Сталин властолюбив. Это, как мне кажется, было, в общем, очевидно всем, кто с Иосифом Виссарионовичем сталкивался еще тогда, в 22-м. С другой стороны, товарищ Троцкий, как доказала уже его борьба против ЦК в связи с вопросом о НКПС, Народном комиссариате путей сообщения, отличается не только выдающимися способностями. Лично он, пожалуй, самый способный человек в настоящем ЦК, но и чрезмерно хватающий самоуверенностью и чрезмерным увлечением чисто административной стороной дела. Пока все аккуратно. Угу. Но вот дальше Владимир Ильич, замечательная фраза, я не буду дальше характеризовать других членов ЦК по их личным качествам. И тут же, без паузы, напомню лишь, что октябрьский эпизод Зиновьева и Каменева, это когда они накануне вооруженного восстания в Петрограде, по сути, опубликовали его план в одной внепартийной газете. Конечно, не является случайностью, но что он так же мало может быть ставим им в вину лично, как не большевизм Троцкому. Нет, ребята хорошие, да, Троцкий замечательный, Зиновьев и Каменев, не надо их обвинять. Одних в предательстве, а другого в том, что он не большевик, будучи лидером большевистской партии. Из молодых членов ЦК хочу сказать несколько слов о Бухарине и Пятакове. Это, по-моему, самые выдающиеся силы из самых молодых сил. И относительно их надо бы иметь в виду следующее. Бухарин не только ценнейший, крупнейший теоретик партии, он также законно считается любимцем всей партии. Ну, поставь ты точку, да? Ну, обласкал ты Николая Ивановича Бухарина, действительно человека талантливого и действительно многими любимого, да? Но его теоретические воззрения очень с большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским, ибо в нем есть нечто схоластическое, в скобках. Он никогда не учился и, думаю, никогда не понимал вполне диалектики. Вот, честно говоря, эта фраза меня ставит в тупик. Что Владимир Ильич имел в виду? Если он никогда не учился вообще, то есть он не имеет систематического какого-то образования, то это абсолютно неправда. У Бухарина в анамнезе законченная гимназия и почти законченный юрфак университета. Он вылетел за революционную деятельность, по-моему, с последнего курса. Для того времени это один из самых образованных людей в советском правительстве, да, ну, в ЦК. Значит, если Ленин имеет в виду, что он никогда не учился марксизму, диалектике и не понимал, то тоже не понимаю, в чем претензия. Разумеется, Бухарин очень много читал и Маркса, и Энгельса, и других, значит, классиков этого учения, а закончить какое-то формальное учебное заведение ни у кого из них возможности не было, они все в этом отношении самоучки. Так что, что за претензия такая, не понимаю. Понятно лишь, что Ленин хочет, скажем так, смикшировать впечатление от тех похвальных слов, которые он произнес. Затем Пятаков, человек, несомненно, выдающийся воли и выдающихся способностей. Но слишком увлекающийся администраторством и администраторской стороной дела, чтобы на него можно было положиться в серьезном политическом вопросе. О Ленинском завещании спорят уже не одно десятилетие, да, собственно, пошло второе столетие, как о нем спорят. И
по-разному мотивы Ленина в данном случае видны. Кто-то говорит, да он просто был старый склочник, и вот он, значит, воспользовался случаем напоследок. Кто-то говорит, Ленин таким образом пытался предотвратить появление в партии нового вождя, понимая, что это... Вот он выступал за коллективное руководство, вот он как бы им говорил, смотрите, ребята, никто не совершенен, явной кандидатуры моего преемника нет, держитесь друг друга, да, управляйте партии, страной, значит, вместе и так далее. И такая есть точка зрения, да? Я не знаю, как было на самом деле, но что Владимир Ильич оказал этим людям, безусловно, медвежью услугу. Конечно, соблазнительно сказать, что он Сталину, по сути, подбросил список его противников, причем даже расставив их по порядку, вот с этого надо начинать, вот этими надо продолжать, а вот эти не самые опасные, ими можно заканчивать. Ну, я думаю, что Сталин и без Ленина примерно так же этот список составил и так же его ранжировал. Я не думаю, что он нуждался в подсказке. Вот, так что это обвинение снимаем. Но вот вопрос, который самый, на мой взгляд, интересный в этой ситуации. А вот партии, Владимир Ильич, какую услугу оказал вот этой характеристикой, да? Не проложил ли он действительно дорогу наиболее беззастенчивому, наиболее склонному к интригам, который будет потом этими строками пользоваться как дубиной, когда ему будет нужно, а когда не нужно будет заметать их под коврик. Сталин-то легко выкрутится. Ему-то что приписали? Ему-то не написали, что он не марксист, ему не написали, что он увлекается. Ему написали, он груб. И Сталин тут же, конечно, сказал, да, Сталин груб, но с кем Сталин груб? Сталин груб с врагами революции. И большинство малограмотных, так сказать, которые пришли по ленинскому набору, сказали, ага, ну это правильно, борьба зайдет. Да? Ну вот и пожалуйста. Давайте перейдем к гораздо более современным, так сказать, случаям вот такой вот медвежьей услуги. В данном случае я напираю на слово «медвежий», потому что в следующем эпизоде тогдашний президент США Барак Обама получит эту услугу от своего российского коллеги, тогда президента Российской Федерации, Дмитрия Медведева. В чем услуга заключалась? Ну, вроде бы Медведев сказал про Обаму очень хорошие слова. Сказал в интервью высшей степени респектабельной газете Financial Times. Да? Что он сказал? Цитирую по тогдашним, значит, пресс-релизам российских новостных агентств. Медведев заявил, что хотел бы снова видеть Обаму во главе Соединенных Штатов, поскольку от этого во многом зависит перезагрузка в отношениях России и США. Цитата. «Могу вам прямо сказать, я бы хотел, чтобы Барак Обама второй раз был избран на должность президента Соединенных Штатов Америки больше, чем может быть кто-либо другой. Наши отношения улучшились, и в этом, я считаю, заслуга новой администрации, лично президента Обамы, с которым у меня товарищеские отношения. Мне с ним легко и хорошо работать. Мы понимаем, что там есть представители весьма консервативного крыла, которые пытаются решать свои политические задачи за счет, в том числе, и нагнетания страстей в отношении России. Но что их осуждать, это просто способ достижения политических целей». А дальше, опять же, с некоторым ехидством, новостные агентства комментируют выступление пресс-службы Белого дома, которую, естественно, ехидные журналисты начали спрашивать, ну что скажете? Вот русский президент, значит, Обаму похвалил, что скажете? И вот пресс-служба пару дней просто отбрюхивал, сделала вид, что не замечает этих вопросов, а на третий выдала что-то такое из серии, ну хорошо, он сказал, ну молодец, и перешла на другие темы. Потому что понятно, что в том контексте избирателям Обамы поддержка со стороны Медведева, ну скажем так, вряд ли принесла ему много дополнительных голосов. А вот убавить вполне могла. Не будем забывать, что это произошло уже после, значит, войны 8-8-8, да, и некоторых других, скажем так, репутационно неоднозначных действий Российской Федерации. Гораздо более свежий пример. Помните, был такой легендарный мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани? Конечно. Конечно. Он потом, перестав быть мэром Нью-Йорка, стал юридическим советником Трампа.
И вот, когда разгорается скандал в первое президентство Трампа по поводу того, что, так сказать, было некое русское влияние на выборы, и влияние это было в пользу Трампа, и что Трамп об этом знал, значит, были выдвинуты обвинения против человека Пола Манафорта, человека, который был одним из руководителей избирательной кампании Трампа. И, значит, Джулиани на пресс-конференции, как юридического советника президента, спросили, вот что вы думаете по этому поводу, вот, по поводу того, что Манафорта обвиняют в том, что он заключил с русскими некое там, так сказать, соглашение в пользу Трампа. Цитирую. Одна из ведущих, Элисин Камерота, спросила его о суде над бывшим менеджером избирательной кампании Трампа Полом Манафортом, начало которого назначено на вторник, имея в виду, что Манафорт относительно недолго занимал этот пост. Джулиани ответил, 4 месяца, и они не собирались вступать в сговор с Россией. И я даже не знаю, преступление ли это сговор с русскими. Вы начинаете анализировать преступление. Взлом серверов – это преступление. Президент ничего не взламывал. То есть юридический советник сказал примерно следующее. Ну, я не знаю, может, он с русскими о чем-то изговаривался, но разве это преступление? Вот если бы он серверы взламывал, но таких же у вас доказательств нет, при этом, сами понимаете… Просто какая-то лукашенковщина, извините. Ира, ну, вот вы сами вначале сказали, что мы Роменского будем воспитывать. Как мы будем воспитывать Роменского? Когда сами вот это вот... Ира. Да, ну хорошо, значит, ну, надо сказать, что, конечно, и наши политики тоже допускают. И я вот обещал вам Соловьева, значит, помните, президент Медведев, опять же вернемся к временам его президентства, президент Медведев допустил одно из своих ярких высказываний, когда молодой учитель из Дагестана пожаловался на то, что у него там совершенно не жизнеспособна низкая зарплата, а Медведев там сказал какие-то высокопарные слова о служении и посоветовал ему, ежели он недоволен, идти в бизнес. Сейчас, наверное, по степени упоминаемости эта рекомендация уступает знаменитому «денег нет, но вы держитесь». Но тогда она вызвала, я очень хорошо это помню, поскольку это касалось моей профессии тогдашней, она вызвала примерно соответствующую и по масштабу, и по накалу, и по знаку реакцию. И вот, кто же пришел президенту на помощь в трудный момент? Я единственное оговорился, это было, когда он уже стал премьером. Да, это позже уже было. Уже вот буквально через несколько месяцев после того, как они опять рокировочку сделали. На помощь ему со всей мощью, я бы сказал, со всем умом ему присущим, пришел Владимир Рудольфович Соловьев, который прямо вот широко-широко сказал: я зарабатываю, а не получаю. Моя зарплата – функция рекламы. С какой радости учитель должен получать столько же, сколько банкир или я? При этом я замечу, что ни о каком разговоре, что учитель из Дагестана должен получать столько же, сколько банкир, не было. Учитель пожаловался, что на зарплату нельзя жить. Да? И это вот вызвало сначала премьер-министра реакцию, а потом и Соловьев. Значит, но это еще не все. Я выбираю его цитаты. Дальше Соловьев сказал о том, что он далеко не всех своих школьных учителей вспоминает добрым словом, опять же, подводя к мысли, что нечего им большие деньги просить. «Всем людям снятся страшные сны про школу», – сказал Соловьев. Опять же, видимо, обосновывая невысокие зарплаты, на что комментировавший это Евгений Александрович Ямбург, большой друг нашего радио и, значит, лично мой, комментируя это, написал: замечу, что после еженочных ток-шоу Соловьева ожидать сладких снов тоже не приходится. После чего, войдя в раж в защите премьер-министра, Соловьев договорился до следующего: педагогические вузы набиты всяким сбродом, который никуда не может попасть. И вот они должны получать, как банкиры, не меньше, чем Соловьев. Но правда, он хорошо
шоу помог Медведеву, да? Самое главное, не очень понятно, почему у него взялось вот это вот, что учитель... Его возмутил, что учитель должен как он получать. Хотя об этом речи нет. Но вообще надо сказать, что Владимир Рудольфович большой мастер не только помощи другим, но и медвежьей помощи себе. В августе 22 года в эфире телеканала «Россия-1» он значит, прямо сказал: «Я вообще террорист». Я бы вообще сказал, значит, так. 3 дня всем выйти мирным из Харькова, из Николаева, из Одессы. Если это не будет сделано, сносим квартал за кварталом. И это задокументировано. И это, я думаю, со временем пригодится для правовой оценки. Ну, а последнее из того, что я подготовил, это, конечно, эпик, совершенный эпик в исполнении тогдашнего губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. Приехал в город премьер-министр Дмитрий Медведев. Приехал вскоре после того, как рокернулся. Ну, приехал и приехал. Об этом сообщили, как положено, в новостях, там, несколькими строчками, да, такие сухие отчеты. И тут вдруг Полтавченко взял и выступил. По поводу чего? Инцидент с кортежем премьер-министра, прибывшим в город 10 октября, который петербуржцы провожали неприличными жестами и сигналами клаксона, губернатор расценил как свидетельство, цитата, «полнейшей утраты петербургского культурного менталитета и откровенного жлобства». А дальше его прямые слова по Балт-Инфо. Когда мы ехали с премьер-министром нашей страны по улицам нашего славного города, только ленивый не сигналил клаксонами. Стояли люди, поднимали всякие пальцы. А ведь человек приехал решать проблемы своего родного города, нашего родного города. Мне, не как его подчиненного и не как его товарищу, с которым я проработал не один год, мне как петербуржцу было стыдно, конец цитаты. Ну вот за такие вещи... Вот это прекрасно. Вот это прекрасно, да. Я бы просто вот сразу мимо здания суда сразу в подвал, да. Потому что, ну, кто-то что-то показал. Господи, да какой бы начальник, в какой бы стране не ехал с этими самыми, с мотоциклистами, кто-нибудь ему что-нибудь покажет, ну, что людей это раздражает, да. Вот. Но Полтавченко это превратил в новость федерального, так сказать, события, что Медведева освистали, обгудели и показывали всякими там разнообразными пальцами. Вот такие вот бывают опаснее врага. Алексей Валерьевич, да. Уж не знаю, настоящее ли это, настоящее имя и фамилия в чате у человека у нас, но зовут его Михаил Иванов. Он пишет, учился у Алексея Валерьевича Кузнецова в школе, один из любимейших учителей. Выпуск 94-го года, Миша Иванов, конечно, большой привет. Ничего себе, вот это память. Вот это вообще... Спасибо большое, Алексей Валерьевич, за то, что вышли к нам в эфир и сделали эту подборку. У нас, я так понимаю, да, у нас осталось буквально минута для того, чтобы с вами попрощаться. Хорошего эфира, ребята, и всем хорошего завершения выходных.